Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ебать. 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 И... Сейчас бы этого перелететь, да? Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Roleplay. Первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. И сегодня у нас очередная серия «Мурка в деле», да, пацаны? Это уже третья серия, какую я снимаю за сегодня, насчет «Мурка в деле», пацаны, да? Просто у меня вдохновение, знаете, появилось, и я решил много записать. Просто у меня много идей появилось и так далее. Но насчет трамплина церкви, я думаю, вот мы его точно оставим напоследок, потому что я нашел много других крутых мест. Но, как всегда, мы начинаем с того, что я еду к Владу в Дачи-47 и закупаю ремки, потому что у меня вообще их не осталось, по-моему, вообще ни одной ремки. Поэтому нужно ехать, я уже чуть въебался, да, малёха, да, бывает такое. Сегодня вся движуха в основном будет происходить в Эдово и Кремле. Да, в Эдово и Кремле, не знаю, что мы там попробуем перелететь. Я, блядь, там пробовал перелететь дом в Эдово, именно дом. Но, блядь, я уебался в него. Поэтому у меня не получилось. Но я сейчас еще раз попробую, только нужно закупиться ремками. Вот что самое главное. Давайте под этой серией наберем 100 лайков, и выходит новая серия «Мурка в деле». Поэтому вы знаете, короче, что делать. Там палец вверх поставили. Можете с друзьями там поделиться, в свободку кинуть. Кто хочет, блин. Эх. Да, еще не начали, я уже машину разъебал. Вот это я молодец. Ну, как всегда, короче. Сейчас бы боком ехать, пацан, да? Сейчас бы бочком дрифтить, да? Блядь, дерево! Сука, ебаные деревья, блядь. Я так боком хорошо шел. Ну ладно, все, мы уже почти доехали. Я, наверное, не буду весь снимать процесс, как я буду ремки в багажник ложить. Я думаю, вы сами это уже прекрасно видели, и вас уже это просто задолбало. Но сейчас я доеду, просто паркану машину. Так, надо багажник сейчас открыть на ходу, блядь. Блядь, багажник на ходу открывать, нахуй, придурок. Да, это я. Это я. Только я так могу. На ходу багажник открывать. На 65 хп, ну блин, хотя на один прыжок нам хватит, поэтому мы не будем ее чинить, дыма еще нет, вот поэтому все нормально. Сейчас у Влада закупаемся ремками и едем трюки делать, короче. Кстати, если вы думаете, что вот я закупаюсь закупаюсь ремками и мне типа Владос бабки возвращает, вы ошибаетесь. 50% забирает, во-первых, мафия, а во-вторых, я просто закупаюсь у него, чтобы деньги шли своим людям, как бы, ну... И все, как бы своим братанчикам, дружанчикам там и так далее, так, положить. Чтобы деньги не шли чужому человеку, грубо говоря. И все, вот почему я здесь и закупаюсь именно. Можете еще это реклама и так далее, но просто мне, там, мне так проще. Я уже привык у него закупаться, как бы, и я знаю, что мои деньги там, блядь, не уйдут в казино, допустим, и так далее. Потому что Владос не ходит вообще в казино, поэтому, да. Может тоже закупаться, мне честно говоря без разницы, я просто привык у него закупаться и все. Тем более мне нравится, что здесь, знаете, пусто, никого нету, никто тебе не мешает, вот я могу себя здесь спокойно ремки ложить, никто ко мне не подъедет, там не будет, блядь, ранить и так далее. Реально спокойно, такое местечко, чисто, знаете, блядь, все заебись, а мне здесь по кайфу, я здесь иногда стою, просто катаюсь там и так далее, мне здесь нравится. Так, сейчас тогда еще одну ремку, наверное, положим и все. Все, господа, я закупился. Теперь можно ехать в сторону Эдова. В сторону Эдова. Ну, кстати, там еще есть местечко одно, по-моему, в Лыткарино. Какое можно будет тоже протестить, короче. Но будем, наверное, сегодня в основном в Эдово прыгать. Там есть раз, два, три. Три трамплина и одна горка есть, я видел. Поэтому сейчас едем туда и будем там уже всем заниматься. Бензин у нас есть. ХП у нас пока что есть, хватает.
Пробег, кстати, 17200. Давайте вам карпас покажу. Не знаю. Я думаю, некоторым будет интересно, как я убиваю свою машину. 79, короче. Ну да, упало, конечно, было 81, по-моему, в предыдущей серии. Но в конце я, по-моему, не показывал, как карпас был. А сейчас 79. Еще в конце вам покажу, сколько же у него хп уйдет. По-моему, 3 раза тачку чинишь и минус 1% идет. По-моему, вот так это работает. Либо 5 раз, либо 3 раза, по-моему, чинишь и все. Ну, блин, Мурка живет, пацаны, понимаете, ну... На Мерседесе я такого, таких трюков не смогу делать, на Ямахе тоже. Поэтому весь удар идет на Мурку сейчас, но я ее обязательно починю, как мы напрыгаемся там, возможно. Она отдохнет там недельку хотя бы, Мурка у нас, и я ее починю, чтобы она отдохнула, так сказать. Это уже пора на самом деле чинить ее, потому что уже ниже 80, это очень хреново. Здесь, по-моему, где-то трамплин был, или были... СТП, стоп, я, по-моему, сейчас. Тут же, по-моему, есть одна тема такая интересная, да? Бля, сейчас админов дохуя, понимаете? Так, стоп. Вот, тут же горка есть, смотрите, по-моему. Или нет? Ладно, не будем здесь трогать это, место, потому что в тюрьме тоже сидеть неохота. Тут где-то трамплин, я помню, был просто. Извиняюсь за то, что я не помню, блядь, я тут катаюсь, хуйней страдаю, ну ладно. Так. Блять, ну где же этот трамплин был, я помню. Возможно, его убрали. Ладно, поехали уже в Эдово, и там будем прыгать. И потом еще в Кремль, наверное, заедем. И возле церкви Южного прыгнем напоследок, там, в воду. И вот такой вот расклад на сегодня. Давайте, я думаю, начнем с Кремля в первую очередь. А потом уже до Эдово поедем, потому что Кремль по пути. Как раз нам. Вон этот трамплин. Наверное, один раз с него прыгнем, попробуем чисто. Не знаю, что получится с этого. Но думаю, что-то сейчас будет очень серьезное. Прям. Ну, вот настолько прям серьезное, да, все-таки видите. И меня кикнул античит. И взорвалась машина. Просто охуеть. Видите, вот когда сильный удар, короче. Да, сейчас бы через текстуры падать. Когда сильный удар, короче, то машина тупо, блядь. Просто, блядь, сер охуевает от машины, понимаете? Ну что ж, будем перезаходить, хули делать. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спавна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса, сразу за мостом, рядом возле 24/7 находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым, и захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую, покупайте шмот только в этом магазине. Да, ну такой бывает, пацаны, часто, вы сами замечаете, что такое бывает. Ну чип этот нестабильный, понимаете. И машина едет больше скорость, чем, блядь, сервер. Короче, сервер просто хуевает, он... Думает, что это типа читы там и так далее, и кикает, короче. Да, при сильном ударе, видите, я сильно уебался. Если бы я не уебался, просто полетел, меня бы чуть-чуть не кикнул бы. Это я могу с уверенностью сказать. Если бы я пролетел, а не ударился бы об стену со всей скорости, на скорости 200, то, блядь, было бы все нормально. Ну а так, блин, да. Ладно, сейчас через Арзамас сюда поедем в этого уже. И будем там прыгать. Там, думаю, у нас таких проблем не будет. Кстати, на момент записи видео, там видос, какой я просил набрать 200 лайков, там сейчас 65 лайков. Я не знаю, до сих пор набрали вы или нет, но надеюсь все-таки да, потому что, блин, я надеюсь, что вы наберете 200 лайков. Я уже снимаю после той серии вторую серию, короче, насчет типа Мурка в деле. Это наша новая рубрика будет, наверное, если вы набрали 200 лайков. Ну, короче, да, как-то так. Сейчас мы едем в Эдово. Там уже будем прыгать, и потом в конце поедем, повторюсь, в Южный, к церкви, там трамплин есть. Попробуем перелететь, кстати, в водолазы. Да, попробуем это сделать. Но сейчас нас ждут полеты в Эдово. Сам не лежал, конечно, здесь пиротехнику брали, здесь было крутое место для пиротехники. Вот, серьезно говорю. Так, давайте поедем сюда, чтобы светофоры, блядь, не стоят на них, потому что это будет долго. Это будет довольно-таки долго. Я всегда сюда езжу, короче, по короткой дороге. По-моему, сейчас вот. Блять, да. Блять, куда я в парк заехал вообще? Можно, блять.
Можно сюда выехать, спасибо. Какой-то я в парк заехал, вообще непонятно куда. Ну ладно. Нам совсем чуть-чуть осталось до этого. Поэтому все нормально. Не, ну блин, бэшка, конечно, да, справляется со своей задачей очень хорошо даже. Претензий к ней никаких нету. Вот бывают просто косяки, а это уже сервера зависит, то что когда сильно врезаешься на чипе, то тебя тупо кикает. Даже если в машину там, допустим, ехать и так далее. Тебя просто-напросто кикает. Это было близко, видели просто? Рейнджер тупо подо мной был. Ебать, это было близко, пиздец просто. Это тупо было в милли... Я просто даже пересмотрю, надо в замедленности будет пересмотреть просто. Это было в таком миллиметраже, я вам отвечаю. Это просто максимально было близко. Просто не то, что миллиметровочка, милли-пиздёченька, блядь. Пиздёченька? Что за слово новое? Не знаю, похуй. Да. Это просто было так близко, блядь, это пиздец. Чувак, наверное, думал, блядь, чуть не обосрался, наверное. Я не знаю, может, я его по пингу задел. Хотя, навряд ли, блин, я не задел бы его по пингу никак, наверное. Ну, просто понимаете, я на выходе, по-моему, ехал километров 180, да? И тут он выезжает, и это пиздец. Я просто замедлю это, если не забуду, блядь, наверное. И просто это будет такой трэш, реально. Блядь, тут вообще, по идее, не должны светофоры работать. Он же, ну, не задействован этого. Вот и трамплин, короче, давайте в первую очередь с него пробуем прыгнуть. Не знаю, у нас что-то получится или нет. По идее, должно получиться. Я прыгал, блин, но такое, знаете, такое. Может, сейчас что-то получится у нас получится, я не знаю. Включаем чат, врубаем нитро, короче, и... Давай, разозовочка, разозовочка. Сейчас нас за красный, да, посадят по-любому. Ебать! Ебать! Видели, какую сальтуху навернул? Только я так могу, ебать. Блять, тормози нахуй. Ебать, это сальтуха просто века была, отвечаю. Просто сальтуха века была. Ебать, я сальтуху просто такую навернул, блять, это пиздец. Сколько я раз делал сальтов? Кто мне... Вот почитайте на видосе, напишите в комментарии, сколько я раз сделал сальтуху вообще. Теперь нужно здесь разгон вот взять. И я хочу на дом запрыгнуть, вот тот, сука. Я пробовал, блять, если мне этот ебучий бугор, видите, там бугор есть. Он все мешает, хотя, а ну можно в ту сторону взять. Бля, ну мы, наверное, не долетим, если там, ну там бугра нету зато. Хм. Ладно, тогда надо разгон побольше брать, короче. Берем разгон и пиздуем в ту сторону, короче, да. Сейчас админов дохуя на сервере, поэтому я сейчас могу просто демогон улететь. Что еще, в принципе, я думаю, сейчас и будет, да. Ебать! Ебать! Я перелетел этого. Я перелетел этого, грубо говоря. Вы это видели просто? Это трюк века, блядь. Это просто пиздец. Дядя Вова, нахуй, охуевает просто. Какой, блядь, дядя Вова? Да хуй знает, какой дядя Вова, нахуй. Так, взять. Это просто, блядь, пиздец. Еще голос такой смешной, только что. Ну вы поняли, блин, у меня чего... Горло, блядь, хрипит, нахуй. Ты что, блядь, охуела, дура? Сядь, нахуй. А. Так, сядь нахер машину и починим ее и поехали дальше трюкачить. Надо, видели, чуть правее тоже брать было. Не, левее, левее, левее чуть-чуть надо было брать, короче. И давайте сейчас еще раз вот сюда попробуем. Сейчас как раз зеленый там, по-моему, горит, да? Да, 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 да. Мы тупо перелетели этого. Ну, грубо говоря, вы сами видели, блядь. Этого не такой уж большой, но мы его перелетели. По крайней мере, попробовали перелететь. Ебать... Дядя Вова, вызывай мусоров, блядь. Не, ну это было красиво, кстати. Вот прям ровненько приземлились, 100 хп даже осталось у нас. Так, теперь давайте попробуем другую сторону сейчас ебануть. А можно, блядь, разгон надо брать теперь большой. Я вот боюсь, чтобы меня сейчас деморган просто не посадили. Вот в чем проблема. Я просто воды катаюсь, ебать. Какие поля, пацаны? Не. Никаких полей нету. Эти бусы у него срабатывают... 150 будет срабатывать, по-моему, где-то так. Вот так вот. Сейчас надо максимально просто разогнаться, блядь.
и будет просто персик. Реально будет персик. Ага, нитро нихуя нету. Ладно, сейчас пробуем чисто на ее самой тяге без нитро попробовать прыгнуть. Я думаю, у нас должно получиться. Сейчас нас не посадят никуда. Никакой деморган. Берем вот так вот. Давай, 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 давай. Разгон, разгон, разгон. Разгон, разгон. Разгон и... Сейчас бы этого перелететь, да? Ебать! Ебать! Это было красиво. Согласитесь, это было красиво. Так, можно мне возле водички попарковаться? Спасибо. Нет, за это точно лайк, пацаны. Я тупо перелетел этого. Сейчас бы этого перелететь, да, пацаны? Вообще нормально, да? Все нормально, да? Нормально все? Это норма, да? Перелететь сейчас этого. Вот сейчас я точно перелетел. Сейчас я реально точно перелетел его. Согласитесь, да? Да, блядь, я перелетел этого. Не, ну за дом зацепился, но это хуйня, пацаны. Это мелочи жизни, блядь. Сами понимаете, блядь. Ну, смотрите, какой этого, допустим, да? Вот этого. Я уебался вот этот дом. Ну, грубо говоря, я его перелетел. Это нормально, пацаны, блин. Понимаете, ну... Я бы, может, еще попробовать раз, то, видите, я, если бы я не пропрыгнул, возможно бы я бы полностью перелетел. Ну, блядь, просто понимаете, сейчас админов в сети, блядь, сейчас я вам покажу, сколько админов. Ну, как бы, блядь, 6 админов в сети, я тут по полям катаюсь, нормально вообще, да? Я думаю, нет, поэтому, блин, возможно, еще раз, потом, в следующий раз попробуем. И... Да. Блядь, а что тут так закрыто все? Можно мне объехать как-то? Спасибо. Ну, короче, вы поняли, этого мы перелетели. Хотя я вообще дом хотел перелететь, но видите, там бугор. Вот видите, вот, сука, этот бугор мешает. Надо идти место, где там нету бугра. Сейчас я давайте, блядь, спущусь пешим уже и посмотрю, где там нету бугра этого ебаного просто. Потому что у меня этот, от этого бугра, блядь, болит, блядь, бомбит, нахуй. Болит, блядь. Болит у моей подвески на БМВ. Вот это болит, нахуй. Да. Именно так. Так, где тут бугра, сука, нету этого ебаного? Ага, можно... Ага. Не, ну, бля, так неинтересно будет. Бля, видите, тут везде такая дорога, сука, неровная, нахуй. Видите, вот этот бугор мешает, вон тот, видите, вон тот именно. Вот этот склон, что идет, вот этот бугор мешает. И тут начинаются тоже бугры вот эти ебучие, блин. Это разве что, блядь. Ага. Кстати, можно оттуда разогнаться вот так вот и в воду. Блять, охуенная идея, конечно. Блять, тут почему на 5-6 админов на сервере? Вот в чем проблема, блин. Мне просто выебут, если я по полям сейчас поеду. Мне просто выебут. Давайте это, если вы хотите, чтобы я вот так тут прям по полной жести, блин, попрыгал прям пиздец как, то ставьте обязательно лайки. Давайте 150 лайков. Хотя я уже просил 100 лайков, по-моему, или нет. И я зайду, когда админов не будет, либо ночью, либо утром, и уже этим займусь. Хорошечно так займусь. А тут еще одно место есть, где нам можно прыгнуть. И потом мы сейчас поедем в южный. Прыгнем через водолазы, пробуем. Вот здесь есть. Не, ну, блядь, здесь хуёво будет прыгнуть. Хотя давайте пробуем, может. Давайте вот включаем, допустим, это и... Оп. Не, ну такое себе, а. Такое себе, на самом деле. Вообще такое себе. Ладно, давайте, короче, я... Еду уже в южный, и там уже с вами встретимся. Так, я хотел вам еще кое-что показать. Сейчас пробуем прыгнуть, короче, вот в этом месте. Сейчас на всю скорость разгоняемся и прыгнем. Ебать, чувак навстречу вылетел. Вообще красавчик, конечно. Сейчас будет полет такой хорошенький, а? Вот это я понимаю, полеты, блядь. И дрис сразу. Вот это я понимаю. Все, едем в южный, и там уже встретимся, точно. Так, вот, доехал до южного, короче. А, у нас тут даже механики стоят. Так, зеленый, давай тапку в пол. Сейчас пробуем перелететь водолазы, короче. Наша последняя такая миссия будет в этой серии. Конечно, серия не очень длинная получилась, но, чуваки, не все сразу. Как бы я хочу сделать это новой рубрикой и буду находить, стараться новые места, поэтому да. Ебать, его в рот. Не, это была плохая идея, на самом деле. Да. Но зато мы перелетели этого, чему сказать. Это хорошо. Зато, кстати, когда топишь тачку, то, по-моему, износ не уходит. Да.
Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the